Доброго вечора, шановна громада. Доброго вечора усіх, хто сьогодні з нами в студії. Доброго вечора усіх, хто приєднався до нас перед вашими телевізорами або ж перед комп'ютерами. Адже відомо, що нас можна дивитися також і на нашій сторінці на нашому сайті в Ніколаєві Інфо. До нас можна приєднуватися Фейсбуком. За півгодини ви зможете нам зателефонувати. Отже, доброго вечора усім. Як завжди, по четвергах о 19.30 ми збираємося для того, щоб поговорити про найактуальніші питання нашого життя. І дуже багато таких питань виникає протягом попередніх програм. І саме тому сьогодні ми зібралися для того, щоб поговорити про соціальний захист. Не просто про соціальний захист взагалі, хоча я впевнений, що і про це ми також говоритимо, а про захист незахищених або ж найбільш уразливих верств населення. Багато питань цього приводу порушувалося на минулій програмі, коли ми розмовляли тут про державний бюджет і про те, як цей бюджет відбиватиметься на бюджетах місцевих. І саме сьогодні ми запросили двох найвидатніших фахівців з цього приводу у Миколаєві. Ми трохи згодом вам їх представимо, і повірте, ви зможете отримати найдокладніші, найкомпетентніші відповіді на ті питання, які вас турбують з цього приводу. І саме для цього ми не запрошували аж забагато експертів, як ми часто це робимо, для того, щоб не забирати часу на якісь тут між собойчики, а дати вам найбільш повні та змістовні відповіді на ті питання, які вас турбують. Отже, я сподіваюся, що я вже вас зацікавив, я сподіваюся, що навіть ті, хто не збирався дивитися програму цілком, почувши про те, чому вона буде присвячена під ціле до телевізорів. І зараз я хочу запропонувати вашій увазі сюжет на мого колеги Федіра Бондара, який задасть нам певний напрямок нашій розмові, а потім ми представимо гостей та експертів. Будь ласка. Основний вектор розвитку нашого суспільства протягом останніх майже 100 років досить яскраво передає відомий анекдот. 1917 рік, революція у Петербурзі. Онучка декабриста, яка співчуває ідеям звільнення народу від ярма, відправила служницю розпитати, за що виступають революціонери. Та повернулась, доповідає, хочуть, щоб не було багатих. Дивно, каже онучка декабриста, а мій дід хотів, щоб не було бідних. Складно знайти більш важливий фактор формування електоральних уподобань, ніж обіцянки додаткових соціальних послаблень, пільг, дотацій, низьких податків, високих зарплат і пенсій. Щоправда, найкращим чином цей фактор спрацьовує у суспільстві, в якому питання елементарного виживання або підтримання, бодай, існуючого стану матеріальної забезпеченості турбують значну або більшу частину населення. Якщо громадянин не залежить від волі чиновників та депутатів, його не купиш сумнівними обіцянками, про виконання яких до того ж ніхто не зможе в тебе спитати. Точніше, зможе. Механізм такий в Україні є, називається Майдан. Але це надто радикальний і не надто часто вживаний засіб. Тому передвиборчі соціальні декларації, котрі після виборів здебільшого виявляються брехнею, для тих, хто ці декларації виголосив, жодних неприємностей не несуть. Крім наших малозначущих теревенів. Можемо, звісно, зосередитися за давньою традицією на попередниках. Яскравий приклад – Наталя Королевська, котра обіцяла українським виборцям зарплати на рівні 1000 і пенсії 500 євро. Але є приклади і ближче. Ось відповідна частина передвиборчої програми діючого президента України Петра Порошенка. Говорячи про шляхи підвищення добробуту українців, він посилається на європейський досвід. Мовляв, там будують економіку вільної конкуренції, нових ідей, ділової ініціативи, наполегливої праці і постійного самовдосконалення. В такій системі найрозумніші, найпрацьовитіші і найенергійніші не ховають свої гроші в подушку, а інвестують їх в нові бізнеси. Звичайно, я за збільшення зарплат, пенсій і стипендій, за збереження і примноження всіх соціальних виплат, передбачених чинним законодавством, на все це витрачатимемо гроші, щойно ми їх отримаємо, збудувавши нову економіку. І хоча управління економічними процесами належить до компетенції уряду, президент, як гарант Конституції, прав і свобод, зобов'язаний створити умови для вільної інноваційної економіки та соціальної справедливості. Кінець цитати. Того ж року, після обрання Петра Порошенка президентом, нових парламентських виборів, новий старий прем'єр-міністр виголошував програму дій уряду. Звучали подекуди вже не передвиборчі, але доволі популістські тези. Значить, наша пропозиція уряду скоротити кількість податків. З 22 до 9 податків.
Їм повинно бути вигідніше заплатити податок, ніж через тінь зняти готівку і заплатити в конверті ту чи іншу заробітну платню. Тепер по малому і середньому бізнесу. Ми пропонуємо два рішення, щоб багато про це не говорити. Перше рішення – зменшити удвічі ставку єдиного податку. І друге рішення – на два роки просто перестати перевіряти малий і середній бізнес. І не морочити їм голову, і не допомагати їм жити. Не наважусь робити власні висновки, але від представників бізнесу, здається, не чути радісних відгуків про реалізацію цих планів. Ну і всі ви, напевно, пам'ятаєте найбільш резонансне протиріччя у поведінці Арсенія Яценюка, як глави уряду по відношенню до нього ж, як опозиційного політика. Йдеться про обсяги газу власного видобутку, їх вартість та об'єктивну начебто необхідність підвищувати тарифи для населення. Може і дійсно, влада – штука магічна і здатна позбавити вчорашнього кандидата певних властивостей, але їх втрату не кожен і помітить. Совість, пам'ять не настільки часто вживані. Ще один анекдот, і теж з радянських часів. На партійному зібранні доповідач керівник області констатує, через аварію на хлібозаводі минулого року хліб до області не завозився, але життя наших громадян ніяк не погіршилося. Цього року через падіж великої рогатої худоби споживання масла в області впало на 100%, але життя наших громадян знову не погіршиться. Голос із зали, а ви їх дустом пробували? Отже, Федір Бондар у своєму, як завжди, блискучому сюжеті завдав нам, я думаю, правильний тон. А зараз мій співведучий Олександр Молодцов представить усіх, хто у нас сьогодні в студії. Вітаю вас. Сьогодні гостями нашої студії є два фахівця. Наталя Єфремова, начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Прошу на екран. Наталя Єфремова вже багато років очолює обласне управління Пенсійного фонду. Відмінно знає всі норми пенсійного законодавства, також всі нюанси пенсійної реформи. Готова поділитися експертними тонкощами з учасниками та глядачами ток-шоу «Контраргумент». Ольга Сивопляс, директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Прошу візитівку. Ольга Сивопляс – керівник з великим досвідом роботи у галузі соціального захисту населення, справжній фахівець своєї справи. Представники обласного департаменту постійно запрошуються до участі у прямих ефірах на обласному телебаченні, а програми на теми соціального захисту, виплат та субсидій є найбільш затребуваними з огляду на кількість дзвінків від телеглядачів. Аудиторія чекає фахових коментарів з актуальних питань і цього разу. Радий вітати в студії наших шановних експертів. Олександр Чхайло, голова правління громадської організації «Альянс демократично-правового руху». Вітаю вас. Олександр Ухмановський, політтехнолог. Ігор Пох, журналіст. Шановні глядачі, ви можете приєднатися до нашої розмови через деякий час і поставити запитання нашим шановним гостям і експертів. Отже, як завжди, ви можете приєднатися до нас або за телефоном прямого ефіру, який ви вже за кілька хвилин, побачите на ваших екранах, а також через нашу сторінку на Фейсбуці, сторінку нашої програми «Контраргумент», або через мою особисту сторінку. Або ж просто у приватних повідомленнях можете надсилати питання, я їх озвучу в студії також. Я хочу запропонувати нам ще один сюжет, а саме опитування на вулицях, які на вулиці Миколаєва, які ми проводили буквально напередодні нашої цієї програми, ми питали людей, чи користуються вони пільгами, чи користуються, знають вони про субсидії, чи оформлюють тощо. А після цього я запропоную вже за традицією нашим шановним гостям по одній хвилині для того, щоб визначитися з найбільш важливими для вас темами, які ви хотіли принаймні освітлити на самому початку нашої програми. Потім вже у нас почнеться дискусія, до якої, я впевнений, приєднаються наші глядачі. А зараз, будь ласка, опитування. Скажите, пожалуйста, вы пользуетесь какими-то льготами? А почему? Как почему? Ну, сняли все. Дети войны, льготы у меня были. Больше ничего.
А скажите, вот субсидия, которую сейчас государство всем обещает? Я подал в декабре. Не знаю, вот она говорит в конце. Я вчера звонил, она говорит, пока не пришли документы, не знаю, что получится. Я еще не пользовался, не пытался заниматься этим вопросом вообще. Хотя я пенсионер. Я оформлял, да. Но результата мне дали, сказали, что на лето мне не положено, а на зиму никаких результатов начислений нет. А по какой причине не объясняют? Не объясняют. Там крик, очереди, люди толпятся, они паспорта собирают, а потом бумажки кому дают, кому говорят, не возвращают паспорт, и говорят, еще не начислили. Мне не дали. А по какой причине не объяснили? А по той причине, что у меня 15 человек прописано. И мне не дали субсидию. А в принципе, вот так, вы когда-нибудь пользовались какими-то льготами от государства? Пользовалась льготами, когда были маленькие дети. Я мать-героиня. Но сейчас дети у меня все взрослые. Я же говорю, 15 человек. Все взрослые. Все почти не работают. Тут декрете, тут там-там. Одна я пенсию получаю. Дети войны 25%. Все. А вот субсидию оформляли? Да не оформляла. Говорят, нам можно оформить. Мы, это дочка узнавала. Ну, как, дочка приписана и сын ее. А я одна осталась. Они в других квартирах поразъезжались. Что можно, это сказала женщина, мужики, оформить. И надо было взяться как-то. Нет, ничем не пользуюсь пока что. А почему? Ну, пока льготами, в льготах не нуждаюсь. А субсидию вот на оплату квартиры? Нет, пока еще не занимались этим вопросом. То есть вам хватает? Хватает, да. Нет, ничего. А почему? Вам не положено или вы просто не хотите? Ну, потому что у нас доход не позволяет оформлять субсидию. Нет. Мы выехали с зоны АТО, и поэтому мы льготами, наверное, не пользуемся. У нас не субсидии, мы сами снимаем квартиру и оплачиваем. А вам же положены какие-то выплаты от государства? Мы узнавали. Мы не узнавали. Мы получаем, и то, что получаем, то мы тратим на квартиру. Нет, конечно. А чего? А зачем? Нет, пока мы ничего не оформляли, потому что мы здесь пока снимаем квартиру, поэтому никаких этих льгот, ничего не пользуемся. Нет, ничего не оформляли. А льготы какие-то есть у вас? Ну, на ребенка только 130 гривен и все. Если честно, нет. А почему? Как вам объяснить? Потому что я не хочу быть дозим. Отже, як бачимо, багато міфів, багато якихось перевернутих інформацій, якихось дивних чуток існує навколо субсидій, навколо соціальної допомоги. Та й взагалі питання соціальної допомоги, наскільки мені здається, цим воно є досить неоднозначним. І є, ми трохи згодом подивимося сюжет про те, як обстоять справи з цим у різних країнах Заходу. І там то також все не схоже, одна країна не схожа на іншу. У нас же, принаймні, ось на минулій програмі про це декілька разів порушувалася мова. З одного боку, люди хочуть платити зовсім маленькі податки, а в найкращому випадку взагалі їх не платити. З іншого, вони вважають, що держава винна платити за усе, повинна забезпечувати усім. І звідки вона буде брати гроші, це взагалі питання держави, але аж ніяк не тих людей, які самі ці податки платити навіть і не збираються. Втім, ми про це також поговоримо. А зараз, шановні пані, я хочу вам запропонувати по одній хвилині для того, щоб ви визначилися з вашою позицією на початку програми. Будь ласка. Дело в том, что если мы пришли обсуждать, я готова обсуждать, какие новые изменения прошли в бюджете на 2016 год, как в государственном бюджете, так и в бюджете пенсионного фонда. А также вот отметить на кое-какие комментарии, которые сегодня уже, вот уже сейчас прозвучали. Отлично, Наталья Васильевна. Спасибо большое. Ольга Викторовна. Ну, на сьогоднішній день людей хвилюють такі основні питання. Це житлові субсидії. Багато дуже є проблемних питань. Правильно ви кажете, є багато міфів, які людей десь стримують із зверненням за їх призначенням. Пільги. Змінилося законодавство з 1 липня минулого року. Теж багато є питань. Ну і, звичайно,
зміни в законодавстві, які відбулися з 1 січня цього року, це щодо допомог сім'ям одиноких матерів і сім'ям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть їх утримувати, або місце проживання їх невідоме. Дякую. Ну, я впевнений, що наші глядачі вже для себе зорієнтувалися і про що вони взагалі почують від вас, шановні пані, і також вже тримають в руках телеслухавки для того, щоб вже набирати номери, які буквально зараз вже, я прошу режисера вже зараз показати, які ви можете побачити на ваших екранах, і, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Ви бачите, у нас сьогодні небагато експертів, і це саме для того, щоб вам було більш можливо і задати ваше запитання, отримати на них докладні відповіді. Панове, будь ласка, ваша черга. Пан Олександр. Я думаю, что сегодня мы в студии должны прийти к общему пониманию, к тем механизмам, которые могут работать, к разъяснениям, тем механизмам, которые уже есть, чтобы наша громада действительно понимала, как они могут оформлять субсидии, как они оформляются, кто имеет право на эту категорию. Внести полную ясность для наших слоев населения, которые в этом нуждаются. Мы здесь для того, чтобы понять нашу совместную работу как общественников с вами, чтобы облегчить и вашу работу, и как-то внести более плодородную работу для всего нашего общества. Будь ласка, Александр. Ну, здесь в данном случае мне больше интересно за социальными выплатами. Я больше наблюдаю как политтехнолог, потому что, несомненно, то, что прозвучало в сюжете у Сергея, Федора Бондаря, да, социальные выплаты в нищих странах, к которым относимся и мы, являются обалденным, эффективным и востребованным инструментом управления обществом. Манипуляции управления. Поэтому, несомненно, что мы сейчас будем, да, слышать множество звонков и понимать, что это. Пока эта тема острая, она будет использоваться как инструмент политики. Спасибо, Александр. Игорь, пожалуйста, у нас уже есть звонок. Да, спасибо. Ну вот по поводу субсидий готов поделиться маленьким личным опытом. Но, как всегда, все имеет две стороны. То есть, с одной стороны, субсидии – это на самом деле очень хорошая штука, и не зря ее в свое время рекламировали, и до сих пор убеждают людей в том, что нужно подавать документы на оформление. На самом деле все упрощено, да нельзя, никаких там проверок нет, ничего. Заполняются две бумажки, отдается или отправляется по почте, и там… Но есть другая сторона. Все время рекламировали упрощенную вот эту систему и всем говорили, в течение 10 дней ваши документы будут рассмотрены. Вот на своем личном опыте могу сказать, значит, я подавал документы на субсидию в конце октября, а получил ее вчера. Ровно 3 месяца. Вот. Значит, телефон, который указывается для того, чтобы проверить, готовы ли документы или нет, дозвониться по нему просто невозможно, он всегда занят. Телефон руководителя сектора, как-то он это правильно называется, сектор по обработке вот этих вот социальных выплат, там просто не берут трубку. Вот, когда я пришел за документами, я увидел, в каких совершенно жутких условиях сидят большое количество женщин, уткнувшись в компьютеры, в эти бумаги, в маленькой комнатушке, они просто не поднимают головы. То есть все имеет две стороны. С одного боку, да, это хорошо и нужно. С другой стороны, люди, когда друг другу начинают рассказывать, это не мытарство, это просто долгое ожидание, и люди гадают, дадут, не дадут субсидию, выделят, не выделят, сколько. Кто-то кому-то сказал, вот у моей там бабушки какой-то аж 40 гривен дали субсидию. Люди подумают, это связываться с этим, не хотят оформлять. То есть есть много причин, почему не оформляют субсидии. Вот такая ситуация. Ну, я чуть погодя покажу один замечательный сюжет о женщине, которая, в общем-то, при всем при том, что получает такую же маленькую пенсию, как большинство, просто оформила субсидию и действительно решила массу вопросов. При этом она рассказывает, вот моя соседка, она не оформляет, потому что ей сказали, что если вот сейчас вот субсидию оформишь, а потом ее всю возвращать придется. Ну, мы помним историю о том, что не ходите на выборы, потому что будут ловить возле избирательных урн и отправлять в армию и так далее. Много у нас таких легенд, я не случайно говорил о мифах. Я надеюсь, что мы сегодня их развенчаем, и очень может быть, что вот сейчас первый звонок нам сюда вот уже поступил, и мы развенчаем первый из этих мифов. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
Я хотел спросить, можно сформулировать четкое отношение, вернее, соотношение, кто имеет право на субсидию, какая должна быть получка и коммунальные платежи? 10% или 15%? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если родственник, пенсионер, переписал квартиру дарственную на свою племянницу, он имеет право, а сам проживает в этой квартире, на субсидию? Угу. Спасибо. Ну, сейчас вот компетентные специалисты полно ответят на ваш вопрос. Пожалуйста. Ну, субсидия назначается русский и украинский язык. Якою мовою вам зручніше, да, такою, будь ласка, кажіть. Субсидія назначається людям, які платять за комунальні услуги більше, ніж вони мають доход. Субсидія назначається на, наприклад, говорять, у меня большой дом, я буду получать большую субсидию, потому что я много трачу электроэнергии, ночью много трачу тепла. Есть социальные нормы, на которые назначается субсидия. И, конечно же, зависит еще от того, сколько человек использовал, например, тех коммунальных услуг. Там вода, газ, свет. Вот зависимость, от этого зависит субсидия. Такого процента, 10% нет. Но мы анализировали по Николаевской области, какой же процент в основном, то это где-то около 7% по Николаевской области. Второй вопрос, может ли оформить субсидию этот человек? Да, он может оформить субсидию. Основное условие, чтобы этот человек был зарегистрирован в этом жилье или был оформлен договор на аренду на это жилье, и он оплачивал коммунальные услуги по тем счетам, которые есть у него. Например, у каждого из нас есть счет на оплату электроэнергии, оплату тепла, оплату воды. То есть в данном случае человек может оформить субсидию. Спасибо. У нас есть еще один звонок. Я обещал, что сегодня будет аншлаг. Вот, пожалуйста, вы сможете в этом убедиться. Говорите вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Такой вопрос. В конце декабря Верховная Рада приняла закон 3303 про возвращение льгот пенсионерам МВД. По моим данным, вроде как в конце декабря Порошенко подписала. Когда наступает сила, куда мы можем обратиться по этому вопросу? Спасибо. Вот уже даже у Александра Чхайла есть ответ, но для начала Ольга Викторовна, потом Александр дополнит. Ветеранам органов внутренних дел, ветеранам, еще раз повторяю, там есть законодательство, которое говорит, что человек должен прослужить в органах МВД определенное количество лет, и он считается ветераном органов внутренних дел. У этих людей остались льготы. Для людей, которые увольняются сейчас из органов внутренних дел, из полиции, к большому сожалению, отменен закон, который предусматривал льготы. То есть льготами пользуются только ветераны органов внутренних дел. Спасибо. Наталья Васильевна, у вас есть что-то добавить? Это, я так понимаю, касается пенсионных каких-то льгот? Да, дело в том, что с 1 января 2016 года введены еще льготы для ветеранов воинской службы. Такого понятия до 1 января не было. Поэтому все ветераны воинской службы, это не обязательно полиции и милиции, должны получить эти удостоверения. Это дает право, сегодня у них льгота, они имеют право работать на посадах спецзаконов, и у них не будет уменьшаться пенсия. То есть пенсию они будут получать 100%. Спасибо. Ну, я думаю, что на протяжении программы, вот сейчас мы дадим сюжет, а сами тем временем запишем телефоны горячих линий, по которым можно будет до наших собеседниц дозвониться не только сюда на программу, но и в течение всей недели. А сейчас Александр Чхайло, пожалуйста, и есть я уже еще один звонок. Я готов зачитать поправку к закону 27.12.2015 про закон о полиции, про льготы, чтобы наш зритель понимал, какая категория, кто туда вошел. Да, конечно. И у меня будет вопрос к вам следующий. Только сначала мы послушаем вопрос зрителя, Александр. Да, конечно. Нет, вы комментируете, потом просто перед вашим вопросом мы послушаем вопрос зрителя. То есть мне сейчас комментировать? Да, пожалуйста. Верховная Рада Украины 27.12.15 года внесла изменения в закон о национальной полиции, в частности гарантии социальной защиты для бывших сотрудников органов внутренних дел и членов их семей. За такое решение проголосовало 279 депутатов, то есть не единогласно почему-то, передает Укринформ. В частности, закон восстанавливает гарантии социальной защиты для бывших сотрудников
органов внутренних дел, членов их семей, в том числе членов семей работников милиции, которые погибли, умерли, пропали без вести, стали инвалидами во время прохождения службы в милиции. Граждан Украины из числа бывших работников милиции, которые были уволены со службы по состоянию здоровья, по возрасту, в связи с сокращением штата, и члены их семей, и лиц, уволенных со службы в милиции и признаны инвалидами первой группы вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей во время службы в милиции или заболевания, полученные во время прохождения службы в милиции и так далее. То есть был определенный период, когда забыли об этой норме, льготы были сняты, и эти пенсионеры вынуждены, или льготная категория, назовем так, вынуждены были платить 100% оплату за коммунальные услуги. То есть они не получали субсидии. На сегодняшний день, когда эту норму закона вернули, льготы не получали, да, когда эту норму закона вернули, когда ее усмотрели, что она отсутствует, то почему-то было сказано в управлении, в департаменте, что смогут получать только в марте 2016 года. То есть этот вопрос не единичного случая. У нас поступал ряд заявлений от таких вот пенсионеров, которые сегодня имеют льготные категории, которые имеют на это право. Но вопрос один, почему в 2016 году? В чем сложность бюрократической этой системы? Что не позволяет сегодня поддерживать эту категорию? И вопрос, кто будет возвращать разницу, когда они платили по 100%? Ведь, по сути, про них просто забыла Верховная Рада, забыла нести в норму. Прошли сроки, то есть они платили 100%, сегодня им вернули. Как будет возвращаться эта разница? Они же пострадали, по сути. Льгота была. Потом льгота восстановлена. С того времени, как она восстановлена, значит, люди будут продолжать дальше пользоваться льготами. Тот период, когда не было законодательных актов, которые говорят о том, что льгота есть, конечно, восстанавливать... Скорее всего, что никто не будет. Да, да, эта ошибка не признается как в целом государство. Да. Это, скажем так, я не государство. Это закон. Наталья Васильевна, я просто вас призываю, если вам есть что сказать, активнее это показывать, а то, я так понимаю, мне приходится угадывать, что у вас есть какие-то комментарии. Дело в том, что я просто немножко познакомилась. Он сказал, представился, что он юрист, а юристы понимают, что закон обратной силы не имеет с датой. Ну, он же юрист-общественник, понимаете. О тех механизмах этой категории, которые сегодня, в принципе, необходимы. Как бы там ни было, Говорил о звонке зрителя и просил не вдаваться в дискуссию, для того, чтобы мы послушали, что хочет услышать наш зритель. Говорите, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Людмила Александровна, Центральный район. Здравствуйте, Людмила Александровна. Скажите, пожалуйста, в связи с тем, что увеличено количество людей, приходящих оформлять субсидию, увеличен ли штат работников управления соцзащиты, потому что нереально... оформить такое количество заявок. Это первый момент. И второй момент. С 1 января прекратили выплачивать пособие одиноким матерям без предоставления документов о доходах. Что думает управление областной соцзащиты и какие-то меры они направляют в Киев, чтобы помочь, потому что я с ужасом представляю, как там девочки работают. Спасибо. Спасибо. Я попрошу нашего режиссера буквально на 5 минут не принимать звонки, потому что сейчас мы ответим. Я хочу как раз вот по этому поводу показать сюжет, а потом мы опять вернемся к ответам на ваши вопросы. Пожалуйста, режиссер. Ну, я сразу хочу сказать, что штаты не увеличиваются в органах социальной защиты населения, именно в управлениях социальных выплат. Мы довольствуемся тем, что было, вы знаете, большое сокращение государственных служащих, и на государственном уровне, и на местном уровне было принято решение не сокращать людей в органах социальной защиты. Поэтому мы остались в том же составе. Была государством выделена надбавка, выделены средства для установления надбавки этим людям. 2 месяца эти люди получали эту надбавку за как бы, такую интенсивную работу, которая была связана с назначением субсидий. Конечно же, нам нужны люди. Мы очень благодарны тому, что была такая возможность привлечь на общественных работах безработных людей, которые нам помогали обойти людей одиноких, обойти людей инвалидов первой и второй группы, для того, чтобы этой категории, которая сама к нам не может прийти, оформить субсидию. И сейчас они нам очень помогают в разносе уведомления о назначении субсидий, что тоже является проблемным, особенно в городе Николаеве, потому что как бы людей такого количества у нас, конечно же, нет. Это первый вопрос.
Ну, мы стараемся. Мы очень стараемся. У нас, может быть, что-то не получается, поэтому у нас есть, я потом скажу, и телефон доверия, и телефон круглосуточная горячая линия. Мы ждем ваших звонков. Я не верю, потому что я знаю, что она работает. Ну, давайте мы проверим. Говорить можно про все, что угодно. Вечером там никто не берет трубку. 24-90-02, пожалуйста, звоните, круглые сутки берет человек трубку. Пожалуйста, сейчас вы видите. Круглые сутки, вы точно круглые сутки? Круглые сутки, да. 24-90-02, сейчас телефон будет на экране. Дальше, и второй вопрос по одиноким матерям. Я хотела бы вас немножечко, может быть, успокоить тем, что не отменено пособие одиноким матерям. Оно приостановлено, потому что в декабре прошлого года был принят 24 декабря закон Украины про внесення змін до деяких законодавчих актів України, где были внесены изменения в статью 18.3 закона о государственной помощи семьям с детьми, где именно вот речь идет о том, что с 1 января этого года пособие одиноким матерям назначается уже с учетом совокупного дохода семьи. И изменен процент, размер этого пособия. Если в 2015 году размер этого пособия составлял разницу между 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста и совокупным доходом семьи, и был минимальный размер этого пособия для женщин, которые не работают, ну, назначают пособие не от дохода, то в этом году размер этого пособия составляет 100%. Разница между 100% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста и совокупным доходом семьи, месячным доходом семьи с расчета на одного человека. Я хотела бы привести такие цифры. Если в 2015 году минимальный размер пособия был 385 гривен 80 копеек, а максимальный 643 гривны, то в этом году этот размер максимальный составляет 1167 гривен. Это для детей до 6 лет. И если взять от 6 до 18 лет, то максимальный размер был 727 гривен 50 копеек. Сейчас он составляет 1455 гривен. То есть существенно увеличен размер пособия. Мы ждем одиноких матерей в управлениях социальной защиты с документами, которые необходимы для назначения пособия. Это заявление, это справочки о доходах за предыдущие 6 месяцев перед обращением. И также декларация о доходах, которые они должны заполнить. Те мамы, которым назначено пособие от дохода в прошлом году, им к нам обращаться не нужно, им автоматически будет это пособие пересчитано, и они его получат. У нас 22 тысячи одиноких матерей получало пособие по состоянию на 1 января, из них где-то 2600 – это мамы, которые получали пособие от дохода, то есть им приходить к нам не нужно. А более 20 тысяч мы ждем с документами, и уже многие из них обратились, готовятся выплатные ведомости на февраль месяц. Спасибо. Я так понимаю, что режиссерам для того, чтобы просто можно не... Можно еще минуточку? Сейчас договорите, для того, чтобы просто не отвлекать внимание от вашей речи, не дал на экран телефон горячей линии 24-90-02, вот он. Это телефон горячей линии Департамента социальной защиты. Пожалуйста, уважаемые зрители, запишите и звоните, тем более, что, в общем-то, он действительно работает круглосуточно. Да. Пожалуйста. И я хотела бы сказать, что неважно, обратиться мама в январе или в феврале, или в марте, потому что не все смогут успеть оформить это, принести документы о доходах в январе месяце, то все равно, если мама обратится в феврале, в марте, пособие будет возвращено с 1 января. Спасибо, Александр, ваш комментарий и наш сюжет на эту тему, пожалуйста. Я, как вижу, и вот как от наших обсуждений, от обращения граждан, от сути проблемы, что сегодня, наверное, проблема с вопросом субсидий, это не, так скажем так, не размер или как вот ждут непонятно какого процента, а вот в самом механизме получения. То есть недостаточная какая-то разъяснительная работа, недостаточное понимание самих граждан, как что они могут или не могут. Согласен с тем, что недостаточно штата, потому что действительно информации очень много, ее нужно обрабатывать, и для этого нужен штат.
Мы со своей стороны, как общественники, хочу вам сказать, что мы сегодня готовы помогать управлению соцзахисту департаменту в том направлении, чтобы вести разъяснительную работу, правовую поддержку какую-то оказывать, чтобы упростить немножко вашу работу. Но вот основные вопросы, как для нашей громады, они так и остаются. Даже самый простой вот вопрос, который часто задаваемый, можно я ему задам его? Да, конечно. Граждане спрашивают, могут ли они, будут ли они возвращать субсидию, если он пожелает продать свое жилье. Есть ряд таких вот моментов, таких вот вопросов, где граждане просто боятся идти за субсидии, что завтра их, возможно, ущемит каких-то там майнового характера, своего властного там имущества, либо еще чего-то. То есть, опять же таки, слабая разъяснительная работа. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Ну, о механизмах, как говорится, работы это уже... Потом посмотрим. Да. Да, пожалуйста. Я с вами могу согласиться, а могу и не согласиться, что слабая разъяснительная работа, потому что даже вот телеканал Николаев... Ну, горячая линия не работает. Вам говорят в открытую, горячая линия не работает. Ну, горячая линия это не один, это один из источников разъяснительной работы. А какие еще источники? Телеканал... Ну, вот наша передача разъяснительная. Телеканал Николаев может подтвердить, сколько программ было связанных с разъяснением законодательства о субсидиях. Брифинги, которые проводились каждый месяц. Это горячие линии, которые проводились. Это радио в Бузках Виля, это газеты наши. Мы имеем такую возможность шикарную, Николаевская область, в отличие от других областей. Мы сохранили институт на украинский мой фахівців соціальної роботи, который у нас есть в каждом сельском совете. То есть каждое село имеет, сельский совет, имеет такого специалиста, который уже заранее просчитал количество потенциальных получателей субсидий. Потому что мы каждый год делаем подворовые обходы, заходим в семью, разъясняем законодательство, обсуждаем, какие доходы семья имела, и где-то предварительно говорим, что вы будете иметь право, но это уже может быть и как бы что-то человек забыл задекларировать, неправильно где-то может быть расчет, такой процент допускается. В городе нам работать, конечно же, сложнее, потому что если в городе было фахівців социальной работы 70 человек, то на сегодняшний день их очень мало, где-то до 10. Такой большой город, это, конечно, поэтому мы с удовольствием пользуемся помощью всех. И тех, кто на общественных работах находится, и тех, кто общественные организации. Пожалуйста, подключайтесь, мы будем очень рады вашей помощи. Разъяснительная работа очень большая проводилась. И на государственном уровне все телеканалы транслировали. И сайт наш, Департамента социальной защиты, если можно зайти, субсидии нажмите, пожалуйста, там и вам можете посчитать субсидию, там калькулятор есть, и законодательство есть. Ну, для этого нужно иметь такую возможность. Допустим, если человек живет, у него нету, допустим, интернета, он не получает газету, он редко смотрит телевидение, к нему, конечно же, нужно прийти и рассказать ему каким-то образом об этом. Что касается, возвращать субсидию нужно или нет, я в системе социальной защиты работаю очень долго. Я вам хочу сказать, что система, как практики, система субсидий, программа субсидий, извините, она существует с 1995 года. Люди пользуются субсидией. И субсидия, что такое субсидия? Это бесповоротная государственная помощь. То есть ее возвращать никому не надо. И вот эти разговоры о том, что не продадите дом. В ноябре 2016 года нужно будет всю субсидию вернуть. И можно привести очень много таких вот примеров, да, которые сдерживают людей. Это совершенно она неправильно, субсидия не возвращается, и субсидию можно возвратить только в том случае, если человек задекларировал неправильно доходы. Выявилось то, что он, например, там что-то забыл или умышленно это скрыл, возвращается. И субсидия может быть возвращена в том случае, если, ну, не назначена, в том случае, если человек приобрел ну, что-то, жилье, там, автомобиль на сумму более 50 тысяч гривен. Спасибо. Ну, я думаю, что героиня нашего сюжета, который сейчас мы наконец-то все-таки покажем, вряд ли, с одной стороны, позволит себе автомобиль за 50 тысяч, а с другой стороны, даже выше. А с другой стороны, уж точно не имеет возможности зайти к вам на сайт и посмотреть, воспользоваться калькулятором субсидий. Давайте посмотрим. Марія Майстренко мешкає у приватному будинку, отриманому у спадок від батьків.
У 2008-му пішла на пенсію з загальним робочим стажем понад 50 років. Так як заробітну плату частково отримувала в конвертах, спершу мала пенсію 500 гривень. На даний час Марія Іванівна отримує 1658 гривень 52 копійки. Он по телевизору показывали сравнение декабрь того года и этого. В 5 раз выросли цены на овощи, фрукты. В 5 раз. А пенсия как была в прошлом году 1600. И сейчас не добавили вот в этот раз, потому что сказали, что когда-то была компенсация. Может и была, я помню, что 37-50. Ну что ж это за компенсация? Як вийшов закон про субсидії для населення, за порадою доньки у травні 2015-го подала документи на її оформлення. Та Центр соціального захисту Корабельного району ще й досі не видав документи, які підтверджують наявність субсидії. Раз пішла, комп'ютери, що то не та програма, потім второй, раз за три ходила. Сидіть вдома, вам принесуть. От до сих пор нету. Но благодаря, що от це 104 УА «Ніколаївгаз», можна зайти, посмотрети. Я через эту уже, через этот сайт узнала свою субсидию по газу. Жінка підрахувала, що цього місяця через морози змушена була б заплатити близько 1400 гривень за енергоносій. Із субсидією ця сума складатиме близько 300 гривень. Пенсіонерка радіє такій економії, бо минулого місяця за газ, електроенергію, воду та вивіз сміття заплатила лише 100 гривень. Для порівняння, у листопаді 2015-го Марія Іванівна з пенсії у 1600 гривень за газ мала заплатити без субсидії 658 гривень. С тысячи мне 400 необходимо каждый месяц покупать вот при почках лекарства. И у меня остается 600 гривен на прожитье. Мне надо куда-то выйти, тоже сахар купить, хотя бы что-то необходимое. Тоже мыло, там зубная паста. Уже не надо говорить там о тапочках или о кофтах каких-то или куртках. Просто 600 гривен на месяц. Это очень мало. Та не всі знайомі Марії Іванівни розділяють позитивні думки щодо субсидії. Например, соседка не оформила субсидию, говорит, вдруг дочка когда-то будет мою хату продавать и заставит вернуть субсидию. Ну, такие вот ходят разговоры. Ну, я, если будет так, хай будет так. З нинішніми комунальними тарифами намагається економити на всьому. Марія Іванівна має город та сад. Це також допомагає заощадити. Усі сезонні овочі вирощує сама. Кілька років тому діти поставили металопластикові вікна у будинок, щоб зберегти тепло в оселі. Мне дети помогают очень. А если вот человек одинокий, то очень тяжело выжить. Мне бы пенсию дали бы, ну, нет, хотя бы 2,5. И было бы лучше. Ну, это, наверное... Та незважаючи на це, жінка не втрачає оптимізму, вдячна державі за субсидію, хоча до кінця не розуміє такого ставлення урядовців до малозабезпечених верств населення. Взагалі-то я мав на увазі не цей сюжет, а сюжет про багатодітну родину. Втім, це також досить добре ілюструє те, про що ми казали. Людина, яка оформила субсидію, справді вирішила питання оплати за житло. І так само і сусідка, яка користується тими самими міфами, про які ми кажемо зараз, так що ось доведеться повертати тощо, то вона просто цими пільгами не користується. Будь ласка, є що з цього приводу прокоментувати, шановні пані? Ви бачите, як добре, що людина сплачує за комунальні послуги тільки 100 гривень. Тому я раджу всім, якби хто не звернувся ще за отриманням субсидій, ще не пізно, звертайтеся. В цьому році треба декларувати доходи вже за 2015 рік, і субсидія не призначається на рік, і ви цілий рік будете користуватися на початку опалювального сезону цього року, вже будете мати субсидію, будете мати суттєву підтримку. Я приводила приклад сусіда свого, який отримував субсидію десь 120 гривень, здається, зараз субсидія 1600 гривень. І, звичайно, користуючись нагодою, я б хотіла ще сказати про те, що люди, отримавши субсидію, хвилюються за те, якщо вони не випалять електроенергію, не спалять той газ, що ці кошти будуть якби забрані державою. Минув до 2014 року, да, була така ситуація, була. Це називалося якби недотопи. Людина не допалила, людина не довикористала, воно якби забиралося і поверталося в державний бюджет. Зараз ці кошти –
які залишаються у вас. Наприклад, ви не допалили електроенергію, не допалили газ, вони залишаються у вас на рахунку. І навіть тоді, коли ви вже не будете користуватися субсидією, ви можете використовувати ці кошти. Для цього треба просто звернутися до організації, яка вам надає ці послуги, вони вам зроблять перерахунок, і ви будете користуватися цими коштами. Тобто це кошти ваші. Не треба зараз включати світло цілодобово, температуру в приміщенні доводити до там, 40 градусів, а треба просто користуватися нормально житлово-комунальними послугами. Да, будь ласка. О том, что субсидия выделяется на год. Да. А у меня, допустим, в документе то написано на 6 месяцев. Это... То есть это на отопительный сезон, насколько я понимаю, да? Нет. Ну, там же она меняется, сумма все равно. Раньше субсидия назначалась на 6 месяцев раньше. Ну, сейчас субсидия назначается... Я вчера получил этот документ, у меня написано субсидия на 6 месяцев. Субсидия назначается точно, говорю сейчас, на год. Я хочу видеть ваше уведомление. Я думаю, что завтра я ты хочу придешь со своими документами к Ольге Викторовне или прямо сейчас вот наберешь номер 24-92, заодно проверишь, насколько подумал, он круглосуточный. Я это связано с отопительным сезоном. Мы же говорили с вами, что субсидия назначена, например, в июле, да, в одной сумме. Но в начале отопительного сезона делается перерасчет. Субсидия становится больше, потому что человек больше. Мы же берем от организации, которые оказывают услуги, мы берем количество там, кубов газа, воды, сколько вы там использовали. И, конечно, размер субсидии возрастает. То есть год, да, точно? Да, субсидия назначается на год. Хорошо. Я сейчас все-таки хочу показать сюжет вот о многодетной матери, из которого просто мы сможем перейти к обсуждению этих вот самых льгот, которые получают многодетные еще раз, потому что там есть вопросы, собственно говоря, Ольга Викторовна уже касалась. И я обращаю внимание наших зрителей, что сразу после этого сюжета мы дадим опять телефон горячей линии, и у нас не только руководитель департамента социальной защиты, но также и руководитель пенсионного фонда, так что все, что касается пенсии, пожалуйста, тоже спрашивайте, получите полное, компетентное и совершенно исчерпывающее, привязанное к практике ответы. А сейчас, пожалуйста, сюжет о многодетной семье. Вікторія Дворецька – багатодітна самотня мати. Вона виховує 7 малолітніх дітей. Троє з них вже ходять до школи, інші знаходяться вдома. Найстаршому хлопчику 11 років, найменшій дівчинці – рік і 2 місяці. З 2010 року родина мешкає у цьому старому будинку, який є аварійним. Єдиний засіб існування для них – державна допомога, соціальні виплати. У минулому році я отримала соціальну допомогу. Там мала обеспечена одинокую маму до 3 лет и на рождение. В этом месяце я получила, то есть в этом году, всего лишь на рождение. С этой суммой невыносимо ни жить, ни существовать никак. Вікторія розповіла, що лише на харчування для дітей необхідно близько 5 тисяч гривень на місяць. За комунальні послуги сплачує понад 600 гривень. Котел у будинку вийшов з ладу, приміщення опалюється за допомогою електрообігрівачів. З усіма проблемами самотужки жінці впоратись важко, іноді їй допомагають небайдужі люди. Коли я переоформляла дитячі в декабрі місяці, і мене успокоїли, що я їх отримую в январі і всі в повному розмірі, что я детям устрою все-таки праздники, те же самые подарки, которые они заказали на Новый год. Нового года не было, был Новый год за счет, то есть моих знакомых, это был стол без подарков. И когда я в январе получила еще меньше суммы, чем в декабре, то есть это для нас был всех шок. Допомога на дітей одиноким матерям у 2016 році надаватиметься з урахуванням матеріального стану сім'ї. Раніше розмір виплат мав бути не менше, ніж 30% від прожиткового мінімуму, незалежно від суми доходу. Наразі цю норму скасували. Відтак, розмір допомоги дорівнюватиме різниці між 100% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. З 1 січня цей вид допомоги не припиняється. Він припинений тимчасово на січень місяць для того, щоб особи, які отримували цей вид допомоги, мали змогу звернутися до органів соціального захисту населення з наданням довідок про склад сім'ї та довідок про доходи за попередні 6 місяців. Таким чином буде переглянуто і право на отримання допомоги. Протягом січня уряд планує ухвалити нормативно-правові акти, які регулюватимуть механізм призначення зазначених допомог за новим законом.
То есть если возьмем наименьшую семью, мама и ребенок, и мать-одиночка, и в частности у нее средняя заработная плата 2-2,5 тысячи, то вот это за полгода справку о заработной плате, и в среднем будет 2,5 тысячи, надо разделить на 2, получится 1250. И из эту сумму 1250 необходимо будет отнять от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Где-то 1500 на ребенка либо до 6, либо до 18 лет. Поэтому 1500 минус 1250 получится 250 гривен. И, соответственно, если средняя зарплата матери будет около 3000, то, соответственно, 1050 минус 1050 будет давать 0. Какого-то мінімального уровня в законі уже не предусмотрено. Перехідний етап триватиме 3 місяці, до 31 березня включно. І незалежно від дати звернення, допомоги будуть призначатись з 1 січня 2016 року. Итак, прошу прокомментировать этот вопрос. И, кстати, когда мы... Господа, вообще-то у нас уже мы в эфире. Когда мы просматривали этот сюжет перед началом программы, то у моих коллег возник вопрос, боже, а куда же смотрит социальная служба, что дети в таких условиях живут? Тут как бы есть масса всяких разных вопросов, и я просто думаю, что если вы на этот вопрос тоже, в общем-то, не ответите, то он останется у зрителей. Очень хотелось бы, просто зная, насколько щепетильно вы относитесь вот к выполнению как раз этой части ваших обязанностей, насколько внимательно следите за тем, чтобы действительно дети, которые находятся в сфере вашей ответственности, были присмотрены и обеспечены всем необходимым. Поэтому просто вот попрошу на этот вопрос тоже ответить. Ну и во-вторых, я понимаю, что это возможность обсудить вообще тему помощи многодетным семьям. Пожалуйста. Ну, мы с этой семьей знакомы. Это Дворецкая Виктория Иосифовна. Эта семья жила в районе Казарского, она там и прописана до сегодняшнего дня. Потом в 2011 году горисполком выделил это жилье семье. Это было 4 комнаты больших, из которых сделали кухню, санузел и 2 комнаты, где живут люди. Действительно, это не очень хорошо, что это цокольный этаж, в котором живет семья, но все-таки... Условия созданы, горисполком установил там электрическое отопление, двери. Сейчас планируется заменить окна, если мама не знает, то пускай она услышит о том, что планируют. И, конечно же, семья, имея столько детей, находится под социальным сопровождением службы по делам семьи, по делам детей, семьи и молодежи и службы по делам детей. Семья получает пособие, которое предусмотрено законодательством, выверено каждый вид пособия, который положен семье. Закончилось у семьи срок назначения пособия как малообеспеченной семье. Сейчас сданы документы. Ежемесячная сумма помощи будет составлять 4874 гривны. То есть 25 декабря мы уже знакомились с ведомостями. Семья получит за декабрь-январь пособие как малообеспеченной семьи, это 9748 гривен. Ну, для такого количества детей это не особо большая сумма. Конечно же, семья получает еще помощь при рождении ребенка, потому что есть девочка Ева, которая 2014 года рождения, то есть до 3 лет она еще получает это пособие. Сумма тоже, не будем называть суммы. И получает семья еще пособие как одинокая мать. Сейчас мы знаем, что сегодня была Виктория Иосифовна у нас в управлении, сдала все документы, и на февраль она будет включена в ведомости для получения пособия как одинокой матери. Ну, конечно же, служба, которая сопровождала эту семью, она ставила вопросы о том, что все-таки мама старается. Мама, дети накормлены, дети одеты. Ну, конечно, немножечко нужно маме, значит, наверное, помощь со стороны других, может быть, людей, которые готовы ей помочь, потому что 7 детей, конечно, сложно справиться с детьми, и мы говорим о том, что все-таки дети должны посещать и дошкольные учреждения, что не делают маленькие дети, взрослые ходят в школу, и мы этому радуемся. То есть дальше будет продолжаться сопровождение семьи, и будет оказана необходимая помощь. Хотя там 2 фонда сейчас, которые опекаются этой семьей. Это фонды,
Ну, я не буду называть эти фонды, потому что я сейчас могу просто перепутать название, но все-таки эта семья получает помощь и продуктами питания, и вещами, и деньгами, и плюс помощь, которую оказывает государство. Конечно же, нужно больше, потому что 7 детей в семье. Хорошо, спасибо. А тогда сейчас я вот передам слово как бы на эту половину поля, а потом мы поговорим вообще о системе помощи вот многодетным детям, семьям, тем более, что вот вы называете цифры, ну, достаточно серьезные, а вот юрист, который комментировал эту ситуацию, он как бы там говорил совсем о других цифрах. Я думаю, что, возможно, тоже что-то вот из области этих мифов. Ну, давайте мы вот... Можно два слова? Да, пожалуйста. Я хотела бы, если юрист, который комментировал законодательство, я просто хотела бы обратиться к этому юристу, И попросить его более внимательно читать законодательные акты, которые приняты по этому вопросу. И такой прозвучал комментарий, что пособие одиноким матерям не выплачивается, потому что не могут решить, это будет выплачиваться с государственного бюджета или с местного бюджета. Бюджеты приняты, деньги не предусмотрены. Это совсем не так, потому что это пособие выплачивалось, выплачивается и будет выплачиваться со средств государственного бюджета. Деньги предусмотрены, программа есть, деньги выделены в достаточном количестве. То есть проблемы в деньгах нет. Есть проблема только в порядке назначения этого пособия. Пособие теперь назначается от дохода. Нужно правильно оформить документы. Я думаю, что с сегодняшнего дня под заголовком нашей программы будет «Разрушители мифов». Я вижу звонок зрителя, но, пожалуйста, подождите пару минут, мы сейчас послушаем наших экспертов, пожалуйста. Тут у меня тут небольшой вопрос. У вас, я так понимаю, есть ограничения по полномочиям. Вот, например, если мой бизнес предложит помощь таким многодетным детям, например, в виде презервативов, можете ли вы передать? Ну... Если мы мешок купим, имеете ли право? Нет, ну не детям, а многодетным семьям. Ну, я думаю, что, скорее всего, мамам. Мы все можем. Была бы помощь. Я хотел бы со своей стороны добавить, как представитель общественности, общественной организации, я согласен, что нужно помогать детям, нужно помогать семьям. Но я считаю, что нужно помогать действительно тем, где это есть будущее нашей страны. Вот вопрос, вот я скажу честно, всегда можно буду говорить простым языком. Как говорится, в семье как и не без урода. Девиз нашей программы и... без цензуры, вот. Только не материтесь. Да, в семье так есть и бывают в таких семьях и талантливые дети. Вот мы в лице общественности сегодня готовы помогать таким детям, среди таких многодетных семей, которые действительно имеют тот либо иной талант. Тот потенциал, который в нем, возможно, заложен. И это будет грамотное вложение в будущее нашей страны, как будущее нашей нации. Но сегодня, когда мы понимаем, что среди всех этих семей, образно говоря, детей, это только одни двоечники, это только безнадежные, образно говоря, дети, вопрос один, либо мама не успевает, либо службы не успевают, либо чего-то не хватает, это вопрос очень философский. Но от нашей стороны мы готовы помогать талантливым детям. У вас есть ли, как говорится, отдельная база данных или вот как-то спектр такого, как говорится, ну, определение этих потенциально талантливых детей, которые действительно нуждаются в помощи. И что предусматривает сегодня дополнительные выплаты, вот, допустим, для развития спорта того либо иного ребенка, если он достигает что-то, либо эту норму нужно вести. Вот давайте как-то на эту тему, чтобы мы могли друг друга понимать, потому что много таких семей, и есть успешные и неуспешные. Но, как говорится, таланты сегодня мы все должны сегодня находить, поддерживать совместными нашими усилиями. То есть такую маленькую сегрегацию такую проведем. Да, но у нас... Уроды и не уроды. Я думаю, что мы должны совместно здесь, не только наша служба должна быть задействована. У нас есть база данных многодетных семей. То есть мы знаем, сколько у нас многодетных семей, сколько детей в каждой семье. Ребенок с этой семьи ходит в дошкольное заведение и ходит в школу. Конечно, о талантах этого ребенка могут сказать люди, которые общаются с этим ребенком в детском саду, в школе, может быть, еще где-то. Поэтому я думаю, что образование может подключиться сюда и сказать, где такие... Как механизм, это все-таки не... Хорошо, это, да. Александр... И при согласии мамы, если мама даст согласие, чтобы мы передали ее как бы, данные, которые мы не имеем без ее согласия передать... Хорошо, Александр, тогда...
значит, пожалуйста, озвучьте вашу горячую линию вашей организации. Сейчас мы дадим ее на экран. Да, 76-79-00. Нам могут обращаться по тем либо иным вопросам. Мы готовы сотрудничать и с департаментами, и вообще в целом проводить совместную ту необходимую работу, которая сегодня... Ну, это вот действительно волшебное свойство нашей программы. Очень часто решение многих проблем находится прямо здесь, в студии. Я надеюсь, что некоторые проблемы действительно благодаря вот такому вот альянсу общественности и в хорошем смысле чиновников, то есть представителей государства, мы вот сможем наладить. Пожалуйста, говорите вы в эфире, спасибо, что дождались. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к госпоже Ефремовой. О. Я привезла на холодное время года на 5 месяцев маму, участник войны, пенсионер. В итоге, значит, для того, чтобы ее пенсия приходила из деревни здесь, в Николаеве, надо на все невозможные справки, которые совершенно, я считаю, ненужные, значит, потратить 3 месяца, и в итоге за 3 месяца участник войны получит здесь, в Николаеве, пенсию. Через 2 месяца она опять на лето уезжает к себе в деревню. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Нельзя ли упростить схему получения пенсии для того, чтобы, допустим, ну, я думаю, не я одна перевожу на зиму родителей из деревни в город и потом на лето обратно в деревню. Спасибо. Дело в том, что я настолько поняла, что ваша мама живет где-то в районном центре или в районе Николаевской области. Если бы же она получала в селе, если у нее пенсия, выплата шла на любой банк, которым можно открыть счет, независимо на территории Украины и за рубежом, вы могли получить беспрепятственно любую сумму с ее пенсии после ее даты выплаты. Если же она получала там на почтовом отделении и переехали, перевезли ее в Николаев, то здесь для того, чтобы ее перевести дело, это дело нужно запросить с района и перевести сюда. Поэтому, если у вас есть такая необходимость, ну, как бы перевозить ее в зимнее время, то на зимнее время можно выплату перевести или даже на месяц, на два, на любой банк, который вам удобен. Скажите, пожалуйста, Васильевна, чуть поподробнее в этом механизме, потому что, как я понял, человек говорит, я в принципе знаю, что это возможно, но как-то очень сложно. Вот можно вот просто пошаговая инструкция. Вы понимаете, пенсионное дело в селе, ну, в районном центре. Для того, чтобы его перевести в Николаев, значит, она должна прийти в Николаеве, зарегистрироваться и написать нам, по какому адресу заявление о переводе пенсионного дела. Этот район получает с того района пенсионное дело, ставит на учет на выплату, а там может быть недоплата, почтальон пришел домой, а ее нет. И вернул деньги назад на почту, и почта нам назад их перечислила. Угу. Понимаете? То есть это механизм не то, что взял с кармана и отдал. Это целая денежная бухгалтерия. Все-таки в банковской ситуации это гораздо проще. Понятно. Спасибо большое. И здесь можно в любой. Вот на месяц перевезли, на месяц ее оформили в банке. Ну, то есть, оставили карточку, туда перевезли, там она получает. То есть, если вдруг где-то зритель, ну, мало ли, отвлекся, как бы, я так понимаю, суть ответа в том, что оформлять через почту, через доставку посредством почтальоном сложно, но если перевести перевод на банк, который вы укажете, то это достаточно легко и просто. Правильно, Талисин? Правильно. И дело в том, что если мы говорим вот о зачислении выплаты, январская пенсия практически до 23 числа по банкам уже была зачислена до 1 января. Кто-то получил, кто-то не получил, зная, что следующее будет аж в феврале. По почте, ну, сегодня проблема, вы видите заносы. Вот сегодня мне с районом звонят, что по заносам Новый Бух село не доставляется. И за почте мы за доставку платим. У нас получается 65% пенсионеров обслуживается через банки. И 35% через почтовое отделение. Вот 35% пенсионеров за доставку почты мы в месяц платим 2 миллиона 100.
банку ні копійки. Хорошая сума. Спасибо, Александр. И потом я хочу перевести нашу беседу в совсем другую плоскость. Пожалуйста, Александр. Я хотел бы задать такой, как говорится, тоже часто задаваемый вопрос от наших граждан. Бывают разные моменты по снятию процентов пенсии, по недоплатам каким-то определенным. И есть такие моменты, прецеденты, когда позываются до суду, и позывач в лице громадянина выигрывает исковое дело. Соответственно, возникает вопрос возврата недоплаты до пенсии. Как этот механизм сегодня работает? Как граждане сегодня должны понимать то, что где они могут вернуть свою сумму? Потому что сегодня, как в своей моральной плоскости, они винят пенсионный фонд, который им не возвращает. Вот хотелось бы, чтобы наш зритель понимал, как он может вернуть то, что, то есть, назовем так, исполнение хозяйственного суда. И мой второй вопрос, наверное, это работающие пенсионеры. Как процентное соотношение надбавки снимается и как оно потом возвращается? Значит, что касается по решениям суда. Пенсионер, когда обращается к нам, он обращается с иском в суд. В иске он излагает свои претензии, что он хочет. А суд удовлетворяет или отказывает, или удовлетворяет частично. Вот что написано в решении суда четко, вот то четко. Мы не выдумываем, у нас нет каких-то фантазий. Мы читаем решение суда, мы его оспариваем в апелляции, в кассации, и если это на пользу пенсионера, мы выплачиваем в той части, как написано в решении суда. Если мы вернемся, у нас было очень много решений суда по детям войны. В 2011 году. Да. Часть из них мы исполнили на тот момент. Часть государства сказала, в законе выплата детям войны идет за счет средств государственного бюджета. Кстати, я хотела сказать, вот в нашей передаче было, что пенсионер сказал, я не получаю надбавку детям войны. Угу. Значит, хочу сказать, что надбавка детям войны назначается и выплачивается, если гражданину на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. И на сегодня он является гражданином Украины. Потому что у нас есть многие пенсионеры, которые не хотят менять паспорт Советского Союза. И поэтому надбавку эту они не получают. Почему не получает этот гражданин, я не знаю. На сегодня каждый человек, который имел на 2 сентября 1945 года 18 лет, ну, до 18 лет, получает 66 гривен 43 копейки. Значит, это установленная норма постановлением Кабинета министров на сегодня. Она с сентября месяца не менялась. Значит, а вот по решениям суда, то, что мы не выполнили. Так это невыполнение. Да. То, что не выполнено. Это потому, что изменилась норма выплаты. В бюджете государственном на 14, на 13 и так далее, сегодня на 16 год, государство предусматривает сумму кассационную, то есть то, что она возмещает по решениям суда к государству. Значит, и вот эти суммы по детям войны признаны, и государство их признает. Но нужно дальше провести работу. Все пенсионеры, которые не получили по своим решениям суда, обращаются к нам. Мы их направляем в исполнительную службу для проведения следующей работы. Мы даем им справку, сколько им насчитано по решению того или иного суда. Человек идет в исполнительную службу, но это города Николаева, и дальше пишет заявление и передается на возмещение в казначейство. Наше казначейство как источник передачи на казначейство в Киеве. И вот только казначейство в Киеве набирает вот эту сумму для того, чтобы подальше выполнить. Здесь мы полностью даем все справки. Что же касается других решений суда, у нас же не только дети войны служатся, и военные судятся, и сегодня очень много судятся с нами и госслужащие, да, и я прошу прощения, давайте вот мы по всех остальных поговорим чуть попозже, потому что зритель уже минут 5 сидит с трубкой, как минимум. Давайте все-таки пустим его в эфир. Говорите, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, спасибо, что дозвонили, я дождались. Я по пенсии, по субсидии. У меня пенсия 1200, так? У меня АГВ очень старая, я поменять не могу, потому что стоит 4000.
От я за январь держав платив за газ. Зараз я волнуюсь. 1295. Субсидія у мене 138 кВт. У мене 280 кВт на это. Як я можу платити 1295? Я плачу 300-400 гривень. Какую мне субсидию дали, мне непонятно. Я уже три раза ходила. Я не пойму, что это такое 138 кВт, 95 гривен. А я должна платить 1295. Спасибо. Ну, я не знаю, я как-то так не очень понял суть вопроса, но надеюсь, что вы поняли, уважаемый. И я попрошу минут пять не давать пока звонков, потому что иначе мы вот не сможем это обсудить. Пожалуйста. Я говорила вначале, что существуют социальные нормы, на которые назначается субсидия, в том числе и электроэнергия. Когда назначается человеку субсидия, выдается такой документ, называется «Поведомление», «Уведомление». В этом уведомлении, если вы не можете сами, пожалуйста, подойдите к нам, можно на Акима 2, можно в тот район, где вы живете, вам помогут прочитать это уведомление. Там четко написано, субсидия на электроэнерию, столько-то киловатт, такая-то сумма. Это субсидия, размер субсидии и ваша обовязковая плата, то есть сколько вы должны платить каждый месяц. Дальше. Тепло и другие услуги, которыми вы пользуетесь, все расписано в этом уведомлении. Пожалуйста, найдите у себя этот документ и прочитайте его с нашей помощью. Мы готовы вам помочь. Спасибо. Так, тогда я сейчас хочу вот все-таки повернуть наш разговор в несколько иное русло. И поговорить о том, что, о чем я, собственно, начал, как бы так слегка пунктирно обозначил в начале нашей программы, что у нас какое-то странное общество. С одной стороны, мы очень хотим, чтобы вот все государство просто покрывало все наши расходы, там нашу, скажем так, любовь к детям у себя в семьях, чтобы, в общем-то, старость обеспечила, все государство. Но точно так же мы не хотим совершенно, чтобы вот платить налоги. Ну, то есть налоги должны быть маленькими, а социальная защита большой. Так вот, я специально попросил Александра подготовить сюжет о том, что же у нас вообще происходит с налогами. Замечательные вещи. Я в свое время как-то помню, давал объявление службы занятости, нужны были сотрудники. Прибегает сотрудник по направлению службы занятости, и так спрашиваю, говорит, так, быстренько напишите, что я вам не подхожу, потому что мне там меня на рынке место простаивает. Мне надо сейчас быстро бежать, вы сами понимаете, там в службе занятости я же стою, чтобы я же там деньги получал, а туда вот надо вот так вот. То есть вот таких вот вопросов масса. Почему ты не работаешь? Или почему ты работаешь, не платишь, как полагается, не работаешь по-черному? Ну, потому что я же тогда субсидию перестану получать, или потому что я перестану получать, у меня доход изменится. Ну, то есть вот это вот какая-то такая, знаете, как сказал один мой знакомый, у нас, говорит, несколько поколений выросло в условиях партизанской войны с государством. И с одной стороны, вот мы вроде бы от государства что-то хотим, а с другой не хотим ничего давать взамен. Давайте посмотрим сюжет Александра Молодцова по поводу того, как у нас вообще с этим обстоит дело. Сьогодні тіньовою зайнятістю нікого не здивуєш. Вітчизняні реалії такі, значний сегмент економіки змістився в тіньовий сектор. Причини очевидні – економічні негаразди, нестабільність у податковому законодавстві і порівняно невисокий рівень офіційної середньої заробітної плати. Чимало роботодавців зі зрозумілих міркувань через різні схеми уникають легального використання робочої сили. Самі працівники часто не проти. В тіні, за різними оцінками, перебуває близько половини зарплат українців. Гнітить те, що багато хто сприймає такий статус-кво як належне. Але держбюджет щорічно втрачає мільярди гривень несплачених податкових коштів. Як результат, люди похилого віку позбавляються нормальних пенсій. Хворі, лікарняних, безробітні, фінансової допомоги. Без належного фінансування залишаються інфраструктура, дороги, дитячі садки і школи. Такими застереженнями рясніють мас-медіа, бікборди та плакати від податківців і центрів зайнятості. Сьогодні питання набуває дещо іншого забарвлення. Нині частка громадян, які мають право на отримання різного роду соціальної допомоги,
допомоги від держави зростає. Але ті з них, які працюють, не будучи працевлаштованими відповідно до законодавства, жодним чином не беруть участі у наповненні казни. Але в той же час вони претендують на отримання допомоги. І відповідно до закону вони її отримають за кошти бюджету, який внаслідок тіньових оборудок у минулі роки недоотримував до 200 мільярдів гривень. Тим не менше, якби це явище не було вигідним і прийнятним для більшості гравців ринку праці, то воно б не було таким поширеним. Всі працювали би прозоро і законно, але в житті чомусь не так. Конвертна оплата праці вигідна як працівникові, він отримує більш високу зарплату, так і роботодавцю, який уникає обтяжливих процедур оподаткування. У програші лише державний бюджет. І ті громадяни, які від нього залежні. Самі підприємці вбачають такі шляхи протидії тіньовій зайнятості. Спрощення системи адміністрування податків і податкового законодавства загалом. Заборона внесення змін протягом декількох років, унормування відрахувань до соціальних фондів і покращення якості державних послуг. Тим не менше, попит на незадекларовану працю зберігається. Отже, шановні гості, шановні експерти, я пропоную поспілкуватися на цю тему. Адже ми вже досить поговорили про різні механізми виплати. Я впевнений, що наші гості, перепрошую, наші глядачі отримали змістовні відповіді на свої питання. І знову ж таки попрошу, щоб включили телефон прямого ефіру. У нас ще є час, і ми декілька запитань, напевно, зможемо відповісти. Втім, я хотів би все ж таки поговорити про те, що на самому початку казав Олександр, про соціальну та політичну та глобальну економічну складову ось того, що у нас відбувається у розумінні людей щодо соціального захисту. Будь ласка, панове. Можна, да? Да. Вот мы смотрели сюжет, Яценюк говорил, что в два раза уменьшит ставки единого взноса. Могу сказать, с 1 января 2016 года, но если говорить до 2016 года, была прогрессивная шкала по отдельным предприятиям, это было до 40% на фонд оплаты труда. У каждого из работающих заработной платы брали 2% перечислений ЕСВ. И сегодня, с 1 января, ставки существенно изменились. С заработной платы рабочих и служащих ЕСВ не берется. 22% на фонд оплаты труда – единая процентная ставка. То есть это существенно… Если я не ошибаюсь, там необходимо оклад, чтобы был не менее 3000, кажется. Нет, с 1 января 2016 года, вот то, что он говорил сегодня в интервью, мы с вами видели, вот то вступило в силу. Значит, я просто назову цифры. У нас в области проживает 336 тысяч пенсионеров. На месяц у нас выплачивается 550 миллионов. Это в месяц на выплату пенсии этим пенсионерам. Своих денег в прошлом году в месяц мы собирали 280 миллионов. А вот план на январь месяц мы соберем по 22% всего лишь 150. А выплатить надо 550, понимаете? Вы правильно говорите, соберем. Вот разрешите, я вас добавлю. Проблема вся в том, что, правильно говоря, теневой момент. Вот сегодня, вот будем говорить как есть, да, за счет отсутствия рабочих мест, которые не созданы людей, люди вынуждены сегодня выйти в город, взять то, что у них есть дома, встать, образно говоря, на асфальт, где этого нельзя делать, и продавать то, что у него есть. Без и вопроса. При этом он рассуждает и говорит, зачем мне платить такой большой процент, где я с этого, что есть, столько не заработаю. И основная категория сегодня нашего населения и большой проблемы города это является стихийная торговля. Вопрос, почему она стихийная? Потому что людям надо как-то есть, людям как-то надо зарабатывать, и они вышли торговать. Но система рынков, которая не позволяет большой рыночный сбор, либо система без каких-то льгот, либо социальных рынков, отсутствия моментов, где люди могли бы вести свою деятельность. Мы выезжали с ними, общались. Они говорят, мы готовы платить налоги, мы готовы были быть частью того, как говорится, достойного общества, с которого вы собираете ту, скажем так, долю для наших пенсионеров. Они готовы это делать. Но отсутствует этот механизм, как говорится, льготных систем для социальных рынков, для моментов социальной... У нас, говорят, все безупречно, все в государстве хорошо придумано. Наш премьер-министр в 10 минут вкладывает, как все меняется.
Ну, реально, выйдите в город, люди добрые, пообщайтесь с нашей громадой, и вы поймете, что ничего не меняется. Горячие линии не работают. Система социальных моментов не работает по отношению к бизнесу, по отношению к нашим стихийным, но гражданам, торгующим, которые вынуждены выходить торговать. То есть, если общаться с ними напрямую, это полное отсутствие. Если слушать через экран и слушать только, что поменялось, у нас все прекрасно. Ну, вопрос ко всем, дорогие дамы и господа. Мы сегодня собираемся здесь для того. И принципы децентрализации, чтобы мы, как говорится, научились здесь на местном уровне управлять нашим городом, управлять нашими людьми, иметь базы данных, кому необходимо, кому это действительно и не нужно. Да. Ну, эту работу нужно наладить, не только посылаясь на те нормы, на те законы, а и принимать какие-то совместные решения на местном уровне, что позволяет принцип децентрализации. Вот как вы сегодня видите, вот то направление, либо снижение каких-то налогов, либо вот плохо, что нет фискальной службы и центра занятости. Это вот честно. Вот, обещали бы. Я задам вопрос вам. Приглашали, и фискальная служба, да? Просто, к сожалению, вот сегодня не смогли прийти. На рынке, да, вот человек своим трудом все, он платит, если он зарегистрирован, он платил с минимальной заработной платы, он приходит назначать пенсию. На какую пенсию он надеется? Ну, это не единичный случай. У нас, это массовый. 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 Да, я вам могу сказать, я вам назвала, что 336 тысяч пенсионеров, да? Я вам могу назвать по категориям, что 17 тысяч из них получает 949 гривен. Понимаете? И так далее. Вот по категории я могу назвать. Но когда приходит пенсионер на прием и плачет, мне назначили 1000 гривен, как я на них проживу? Я говорю, ну давайте будем разбираться, какая у вас была заработная плата, с которой вы уплачивали взносы? 1000. Ну вы ж на 1000 жили. И вы не спрашивали, как вы жили. А сегодня, получая, начисляя пенсию, но в какой стране выплачивается пенсия 100% заработной платы? Люди, которые получали в СССР пенсию, они говорили, да, было достойно жить. Но я вам скажу, в СССР не было пенсии по расчету, она ограничивалась 120 рублей. Было 500, было 300, можно начислить, но больше, чем 120, не получал. Только тот, кто 20 лет проработал на одном месте, 10% 132. И шахтеры, металлурги 160, все. Сегодня и мировая практика. Но показывает. Это было, я продолжу, 50% от заработной платы начислено. А мы получаем 100% от заработной платы. Нет, но мы говорим в другую область, давайте предлагайте. Вот давайте сейчас. Сколько платите, где брать эти деньги? Александр, подождите, Александр. Мне не надо пенсии, верните мне все то, что следует. Александр, вы солируете. Давайте послушаем все-таки Игоря Поха, который за всю передачу практически не проронил ни слова. Игорь. Я вот хочу коллеге задать вопрос, исходя из его спича. А вот, например, нахальные таксисты, которые в 2-3 раза увеличивают якобы в непогоду тарифы, они готовы платить с этих увеличенных тарифов честно налоги? Сомневаюсь. А вот те наглые продавцы на рынках и в магазинах, ну в основном на рынках, которые каждому празднику увеличивают цены на продукты, они готовы платить честно вот эту вот часть увеличенную налогов? Очень сомневаюсь. И это не связано, это связано с барыжничеством, это ментальность, которая не позволяет нам двигаться вперед. И никогда она не менялась со времен Советского Союза. Если помните, у замечательного артиста Романа Карцева, у него была интермедия такая очень классная, называлась «Государство и народ». То есть это все действие заключалось в том, кто кого обмешурит, государство или народ. То есть народ или государство. Народ говорит, да я тут немножечко отвинчивает, откручивает, там государство говорит, ну как же, ты же народ. Ты ж меня любишь, народ говорит, ну конечно люблю, только можно я немножко за углом там таща мешок, и опять отвинчивает, откручивает, и вот мы продолжаем так и жить, вот этим сознанием совково-ментальным. Огромное количество людей живет по сей день, невзирая на возраст. Вот какая проблема. Я с вами абсолютно соглашусь, что ментальность, та, которая была, ее нужно менять. Если мы сегодня говорим в целом об изменениях, о новом будущем, о новом как времени. Давайте посмотрим на опыт тех стран, где с ментальностью все в порядке. Сюжет Татьяны Мелякиной, пожалуйста. С
Страхування від нещасних випадків, медичне, пенсійне страхування, від безробіття – саме ці види першими вводилися в країнах Європи. В Німеччині засновником системи державного соціального забезпечення вважають канцлера Отто фон Бісмарка. Намагаючись відволікти пролетаріат від соціалістичних ідей, він уперше запровадив закони про медичне страхування, страхування на випадок інвалідності, нещасний випадок та пенсію на старість. Британський економіст Лорд Беверідж у 1942 році запропонував зобов'язати всіх громадян працездатного віку щотижнево сплачувати внесок у систему національного страхування, яка видаватиме фінансову допомогу в разі хвороби, втрати роботи, виходу на пенсію та втрати годувальника. Також створити Національну службу охорони здоров'я. Система Бісмарка континентальна встановлює зв'язок між рівнем соціального захисту та тривалістю професійної діяльності. Страхові виплати тільки по категоріях працівників в залежності від доходів. Серед основних виплат в Німеччині – соціальному локомотиві Євросоюзу – це витрати на харчування, комунальні послуги, допомога дітям і підліткам. Англосаксонській моделі, що характерна для Британії, Ірландії, соціальна допомога базується на принципі забезпечення мінімального споживчого бюджету всього населення держави. Немає чіткої прив'язки до професійної діяльності. Своєчасно і сповна сплати податки і отримай доволі високий рівень соціальної захищеності, як в Данії, Швеції, Фінляндії. Скандинавська модель широко охоплює різні соціальні ризики і життєві ситуації, які вимагають підтримки суспільства. Отримання соціальних послуг і виплат, як правило, гарантується всім жителям країни. Це підтримка сім'ї, пенсійна програма, виплати по безробіттю, захворюваності. Сьогодні число бідних жителів Данії складає 4% від загальної кількості населення. В Швеції всі громадяни, незалежно від соціального статусу, беруть участь у фінансовій системі соціального захисту відповідно до своїх прибутків. Система соцзахисту доволі недешева, адже рівень оподаткування – один з найвищих у світі. Тут діє прогресивна система виплат. Наприклад, багатодітні родини забезпечуються безкоштовними талонами на харчування або оплата дитячого садочку. Але безкоштовне право родина отримає, якщо має щомісячний прибуток на одного члена нижче прожиткового мінімуму. В Італії однією з проблем є асиметричне страхування соціальних видатків. Найбільшу частину складає пенсійне забезпечення – більше 15% від ВВП, тоді як на підтримку сім'ї, материнства, освіти зайнятість витрачається майже 1% коштів. У всіх європейських країнах протягом останнього десятиліття суттєво зросла мінімальна зарплата. У Румунії з 68 доларів у 2004 році до 217 доларів у 2015. В Латвії зі 119 доларів до 360. Найбільше зростання відбулося в Ірландії з 1073 доларів у 2004 році до майже 1500 у 2015. В Україні після різкого падіння гривні мінімальна зарплата встановилася на рівні 43 доларів. Втім, в період економічної кризи багато європейських країн почали проводити політику скорочення надання допомоги соціально незахищеним верствам населення. В основному це торкнулося сімейних пільг і доплат за житло. У Нідерландах, наприклад, була введена в дію система, відповідно до якої допомога по хворобі, інвалідності, безробіттю і старості стала нижче рівня соціального мінімуму. Проте і цей мінімум досить високий щодо купівельної спроможності в порівнянні з іншими країнами. Державна економія. Дехто з європейських науковців сумніваються в ефективності систем соціального захисту, витрати на утримання яких тяжким тягарем покладаються на економіку країн Євросоюзу. Для скорочення фінансування соціальних виплат у багатьох країнах Європи були прийняті нові схеми, посилені вимоги при наданні державних соціальних виплат. И так, Александр, я вас прервал на полуслове. Я хочу ответить на вопрос коллеги по поводу его вопроса ментальности. Я абсолютно с ним соглашусь. Та ментальность, которая сегодня обрекает нас при ни другом мнении на неуспех в государстве в целом, она присутствует. Но скажу честно, общаясь и контактируя с категорией людей торгующих, я разделяю ваше мнение, есть и барыги. Ну, есть и те, которые готовы законно... Я вас в этом плане поддерживаю. Что самое интересное, те, которые готовы платить налоги, те, которые приехали со своей продукцией с вами,
Они готовы это делать. Но тот, кто поехал на рынок, перекупил, имеет иномарку, машину, приехал, выгрузился на асфальте, он пристраивается за этих людей как защит, становится сзади и поддерживает, как говорится, резонанс. Вот мы такие вот нищие, а вот эти вот люди, которые приехали с двумя ведрами, они просто не знают, что им делать. Так вот, вопрос ментальности, я с вами абсолютно соглашусь. Здесь надо и привлечение местных советов, местных властей, которые позволили бы отведение каких-то социальных рынков или социальных территорий. Территория у нас сегодня позволяет. У нас много захламлено свалкой в центре города мест. Возьмем даже угол Космонавтов, где сегодня можно сделать рынок, где земля сегодня ни в чьей не аренде. И мы получим для бюджета города уже ряд торгующих людей, которые будут соблюдать закон. И как минимум хотя бы какой-то процент примера для рядом торгующих людей, как можно. Потом у рынка появится хозяин. Знаете, я вам скажу так, как бы там ни было, в любом случае надо наводить порядок. При наведении порядка кто-то должен возглавлять наведение этого порядка. И кто-то должен, возможно, и пострадать. Я с вами соглашусь, да. Но в любом другом случае, без работы с громадой, без их разъяснения с ними законов, без разъяснения какой-то действительно социальной, общественной работы глубокой с ними, мы и совместно принимание решений для отведения территории, для торгующих, чтобы на улицах не стояли. И система контроля за теми, кто сегодня приехали, имеют доходы, но они говорят, мы будем стоять на социальном. То есть как-то наладить всю нашу систему. Вы знаете, работу. Американские политтехнологи очень любят такую шутку. Каждый политик на выборах обещает увеличить число бесплатных парковок, а придя к власти, поднимает цену на уже существующих. Поэтому то, что Игорь говорил относительно того, что появится новый, появится хозяин сразу у некого муниципального социального рынка, вот в это вот верю сходу. Но почему я затронул эту тему? Вот мы долгое время уже активно и помогали Ленинской администрации вообще в целом в механизме борьбы со стихийной торговлей. Мы когда вот приехали первый день, второй день, третий день, ничего не показывают. Вот если удерживать территорию, не давать людям нарушать закон, говорим как есть, да, что надо заходить вот в рынки, на четвертый день становится все ясно. Появляются люди, решалы так называемые, недовольные. Я скажу, как даже есть и представители то ли бывшей, то ли нынешней правоохранительной системы, сегодня до конца непонятно. Вот. Но среди всего, как говорится, этого балагана и присутствует та категория людей, которая заслуживает внимания. Та ситуация, с которой мы сегодня работаем, и тот проект, который предлагаем горсовету, он позволит сегодня и пополнять бюджет отчасти, и менять ментальность вот в этом маленьком проценте населения, и при этом же развивать инфраструктуру и создавать рабочие места. Александр, заметьте, мы вернулись к тому, с чего начали. У нас защита малоимущих, или, скажем так, в глобальном смысле защита обиженных, да, это очень классная разменная монета на любых выборах. Расскажу такую историю. Помните, да, вот этот цветочный рынок на Лягина? И, значит, там построили вроде как новое здание. Вода, тепло, свет, все как полагается. И часть этих продавцов цветов благополучно в это здание перебралось. Часть сказала, нет, не перейдем. В итоге они не платят ничего, то есть вообще ничего, да. И, естественно, у них все значительно дешевле. Мало того, они перехватывают на улице продавцов, покупателей, быстренько всучивают им свои более дешевые цветы и страдают те, кто в здании. Значит, вроде бы город решил навести порядок. Не, ну подождите, мы же как бы облагородили территорию, мы что-то тут делали. Начался крик, вот мы выйдем на пикет, мы не позволим, вы нас лишаете работы и так далее. Хотя подоплека, ну, совершенно очевидная. И начали различные партии вступаться. Так вот, те, кто пытался решить все по закону, они просто пошли к партии и говорят, ребята, мы вас просим, вы сейчас поднимете крик по поводу социальных там негораздов. И вопрос будет решаться не по закону, а по понятиям. Мы вас просим, просто дайте вот закону восторжествовать. Партии сказали, ладно, хорошо, там, ну, пожалуйста, попробуйте. И вроде бы даже все получилось. Другое дело, что опять-таки ничего в конечном итоге не решилось. То есть, было вроде принято решение о некоем временном, там, на полгода или на год, по-моему, что хорошо, вот мы тут как-то сейчас все наладим. В итоге нет ничего более временного, чем постоянно. И поверьте мне, новая власть точно так же не захочет связываться. Потому что попробуй заставь этих самых маршрутчиков работать честно. Придут маршрутчики, будут грозить забастовкой. Правильно, не захочет связываться. Правильно. Это проблема, хотя нужно. Так вот, я к чему говорю, понимаете? И общественность тут же сейчас поднимет крик. И я даже могу пофамильно назвать, кто прибежит махать флагами и кричать про то, что обижают несчастных неимущих. Да, там, тех, кто вот из последних копеек торгует. Я как-то ехал с пьяненьким водителем маршрутки. Он мне рассказывал, сколько он в день зарабатывает. И сколько он никуда ничего не отдает.
Ну, тут Руслан Жовтоножко, депутат облсовета бывший, тоже рассказывал о том, сам маршрутчиком работал, как там, какие схемы, куда чего отстегивается. Вопрос элементарный, казалось бы, да, создайте муниципальный автопарк. То есть, не вопрос, пускай туда приходят люди со своим автотранспортом, но это будет нормальная проверка всего, технического состояния, медицинского и так далее. И не будет денег. То есть, по сути, что такое сейчас маршрутки? Это продажа возможностей оптом перепродать потом в розницу то, что у тебя купили как бы вот у города. Хозяева маршрутов. И при этом ни за что они не отвечают. Вспомните эти многочисленные истории с авариями, со всеми, тот же самый пик пресловутый и так далее. Так вот история, это, собственно говоря, к чему заключается. Казалось бы, все просто, все естественно. Что-то до сих пор не появилось. Были некие рассказы о том, что да, конечно, мы создадим, потом съехали на то, что мы там улучшили состояние электротранспорта, мы там запустили какие-то там автобусы. Вопрос с маршрутками, то есть вот эта вот кормушка вот насквозь коррумпированная, не решается никто, то есть, значит, если звезды зажигаются или наоборот их не гасят, значит, да, это кому-то нужно. И поэтому, поверьте моему слову, вот эти вот все спичи относительно того, что надо наводить порядок, создадите муниципальный рынок, точно появится новый хозяин. Попытайтесь навести порядок, появится парочка пикетов с криками «тут мы вам устроим», да, в принципе, так вопрос и все быстренько умоют почему руки. Почему уверены, что та или иная компания выиграет тендер? Мы ответили, нам без разницы, какая компания выиграет. Нам важно, чтобы эти механизмы работали и как-то вопрос урегулировался в самом городе. Пускай это будет Петя, Вася, Саша, руководитель, это неважно. Я говорю о том, что очень должна быть общественная и владная контролирующая функция за работой этого момента. Нашим зрителям, возможно, покажется, что мы ушли от темы, хотя на самом-то деле, собственно, мы об этом и говорим о том, с чего начали. Что, с одной стороны, очень у нас как бы много разговоров о том, что вот помогите вот этим несчастным, потом оказывается, что эти несчастные, вот как я говорил, приходят и говорят, так, быстренько, напишите, что я вам не подхожу, потому что мне надо там идти, мне надо идти, но у меня место на рынке стынет. Хорошо, господа. Я думаю, что наше лирическое отступление, возможно, позволило зрителям сходить налить себе кофе на кухне или чаю. А сейчас мы возвращаемся к компетентным ответам опытных специалистов. Пожалуйста, Ольга Викторовна. Я очень хочу сказать то, что я сейчас скажу. Вы знаете, где-то до определенного возраста человек живет за счет каких-то сбережений, там накопленного чего-то. Но приходит то время, когда человек остается с пенсией в 984 гривны, и потом это очень грустно. И мы сейчас делаем по области такой баланс трудовых ресурсов. Это самостоятельно делает департамент, никто нам не поручал это делать. Мы на каждой территории изучаем, сколько у нас проживает население, сколько детей, пенсионеров, инвалидов, сколько работает людей, сколько не работает. И нам хочется, и я прошу тоже вот и общественность помочь, достучаться до каждого неработающего и сказать ему, что сегодня вот так, а в 60, там, 55 лет, в 70 будет очень плохо. И вот этой ситуации, в которой мы сейчас не платим налоги, пытаемся где-то вот, прибежать в центр занятости, побежать куда-то, мы потом как бы мы размножаем, как бы плодим нищету, которая будет потом. Потом же эти люди, они будут обращаться за субсидиями, они будут обращаться за какой-то помощью. Это бесконечный, да. Поэтому, спасибо. Конечно же, давайте надо... послушаем зрителя, и это уже будет последний звонок за эту программу. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотела обратиться по поводу пенсии. Пожалуйста. У меня такой вопрос. Я вдова умершего инвалида советской армии. У него была вторая группа, как у Вечи, он умер. Я получила доплату за него 1000 гривен. Потом я случайно узнала, что есть такой военный закон, что я могу получать как вдова погибшего инвалида, семья погибшего. И сдала я документы все в ноябре месяце, но что-то мне ничего не позвонило, чего я поехала узнавать. Они говорят, еще разбираемся. Я бы хотела, есть такой закон, есть такой, потому что многие уже, я знаю, получают. Дело в том, что я здесь, в этой студии, когда я присутствую, я обязательно обращаюсь ко всем вдовам. Пожалуйста, приходите. Если можно, вы там на связи, оставьте девочкам свою фамилию, имя, отчество и адрес для того, чтобы мы проверили и фамилию, и имя, отчество мужа, чтобы мы проверили ваши документы на момент перехода. Значит, да, действительно, есть закон. И вдовы,
бывших умерших военнослужащих получают две, как, это как минимум, мы делаем расчет с их заработной платы и стажа, получается сумма, но получают они не менее, чем две минимальные пенсии, а это 1078 на 2, это 2000, у нас 148 гривен, это минимальная пенсия для потери кормильца. Такой категории граждан. Спасибо. Поэтому большое. Это не вас касается, а всех, кто нас слушает и еще не обратился, пожалуйста. Потому огромное, что здесь с даты подачи. Спасибо. Я думаю, что вот такого успеха наших гостей, чиновников в хорошем смысле слова, действительно чиновника, которого может гордиться государство, у нас, по-моему, не было еще ни на одной программе. Последний, уже теперь точно последний звонок, вижу, горит лампочка. Говорите вы в эфире. Ага, лампочка погасла, это не по... Все, значит, тогда вот у нас уже время подведения итогов. Я предлагаю, вот, уважаемые наши гости, буквально по 2 минуты вот, на то, что вы считаете самым важным, должно сейчас прозвучать в финале нашей программы. Я просто хочу то, что я не успела сказать, а это очень важно. С 1 января 2016 года изменился механизм расчета пенсии. Если мы брали обязательно для расчета заработную плату с июля 2000 года до даты назначения пенсии с системой персонификации, и каждый человек мог принести 60 месяцев пятилетку до июля 2000 года, то с января 2016 года пятилетка уже не берется. И этот механизм сделан только потому, что персонификации тогда не было, справки вы знаете, кто давал, точно так, как и на рынках торгуют. Поэтому здесь по закону это было принято давно, и оно уже вступило в силу. Спасибо огромное. Ольга Викторовна. Я хотела бы обратиться ко всем. Существует все-таки маленькие размеры, не маленькие, сложно оформить, несложно, но существует система социальной защиты населения, это государственные пособия, это субсидии, это льготы. Я бы хотела попросить жителей нашей области обращаться в управление социальной защиты. Я не верю в то, что горячие линии не работают, и не работают наши телефоны. Это может быть, они не работают объективно. Я еще раз называю телефон круглосуточной нашей целодобовой горячей линии 24-02-96. Обращайтесь к нам, если что-то не так. Говорите нам об этом и обращайтесь за назначением пособий. Существует урядовая горячая линия. У нас кожного дня на урядову горячу лінію звертається дуже багато людей. Це дуже просто. Безкоштовний телефон, набрав, зателефонував. Звернення все одно повертається до Миколаївської області. Потім воно повертається до нас, і ми вам готуємо відповідь. Я б дуже просила, щоб ви користувалися послугами. Якщо у вас щось не відбувається, вас щось не влаштовує, звертайтеся до нас, ми готові вам допомагати. Дякую, Ольга Вікторівна. І, панове, у вас є по хвилині на те, щоб підвести підсумки. Будь ласка, Олександр. Я скажу, как бы, коротко, для мене нічого нового сьогодні не вийшло, как бы, проблемні ситуації не явно ясні. Нужна большая роз'яснительна робота з громадою, як говориться, связь з ними огромна. Я ще раз скажу наш номер телефону 76-79-00. Да. Звоніть, обращайтесь за любыми консультаціями. Не стесняйтесь, не бойтесь, будьте более общественно активными, побольше читайте законы и, как говорится, давайте все вместе менять нашу ментальность. Я так сказал. Спасибо, Александр. Я вас сейчас дам вам под самый конец слова. Игорь, пожалуйста. Спасибо. Ну, я как бы не буду подводить итог. Я единственное, как бы, итог вопрос, да, возможно, он в какой-то из следующих последующих передач наших будет подниматься. Вот я хотел как бы задать вопрос нашим гостям о том, как они относятся, например, к монетизации льгот. То есть вот этот вопрос мы не поднимали, не успели просто. Но я думаю, что мы его перенесем на последующую программу. Спасибо. Хорошо, Александр. Ну и чтобы уже не терять, а не отступать от традиций, финал за Александром Ухмановским. Мне сложно что-то сказать про конкретно пенсии, либо, да, либо субсидии, но вопрос, который постоянно у нас витал, почему у нас вот так и как это изменить, то я бы хотел бы сказать, что все попытки изменить менталитет в наших условиях, изменить там какими-то просветительскими кампаниями, они обречены изначально на провал полный, тотальный, ничего не поменяется. Потому что здесь есть всегда два игрока, государство и общество.
Когда-то один из журналистов молодых Николаева написал статью, Максим Гардус, который уже переехал из города, он написал статью, что когда-то было, мы с Советского Союза играем в такую игру, государство у нас ворует, но в то же время закрывает глаза, когда мы у него воруем. И все социальные взрывы начинаются с того, когда государство прикручивает гайки и само не прекращает воровать. Януковича такие смыслы, они не поменялись, но нам запретили все. И поэтому измениться что-то может только в одном случае, когда государство очень многое сделает для того, чтобы доказать, что ему можно верить. И только тогда, когда государство будет доказывать и докажет нам, что мы должны платить налоги, что пенсии, пенсионные там, взносы это выгодно платить, что субсидии реально выплачиваются, только тогда, через несколько лет, общество начнет меняться. До тех пор, пока мы пытаемся заставить общество по-честному играть с бесчестным государством, машиной государства, ничего не поменяется. Я могу привести как пример, почему ничего не поменяется с уплатой пенсионного взноса. Потому что в прошлом году, я писал на Фейсбуке, в прошлом году предпринимателям подняли до 20 миллионов оборот и снизили налог. И какие-то дураки поверили, что можно теперь больше показывать обороты, и это выгодно. А в этом году снизили до 5 миллионов. И все те, кто показал больше оборот, в этом году лишились возможности платить единый налог. И стали на общую систему. А ведь в следующем году могут снизить оборот до 500 тысяч. Поэтому нельзя верить государству ни в чем. Снизили ЕСВ, ну какой дурак покажет, легализует рабочие места, либо покажет реальную зарплату. Ведь в следующем году могут это все отменить, а показатели уже есть. И к тебе придут с проверкой, почему у тебя в этом году, в прошлом году было 10 человек, а сейчас снова опять 5. Понимаете? Если несколько лет государство будет показывать честную игру, тогда да. И в этом есть беда. По этому поводу в том же самом Фейсбуке была замечательная фраза. Это как играть в шахматы с голубями. Ты, говорит, продумываешь стратегию и да, продумываешь стратегию и играешь по правилам, а они гадят на доску и сбивают фигуры. Шановні глядачі, шановні наші гості в студії, експерти, дуже дякуємо, що ви були з нами. Сьогоднішню програму навряд чи можна назвати у чистому віді контраргументом, адже не було тут зіткнення думок. Втім, я впевнений, що ви багато чого дізналися корисного з нашої сьогоднішньої розмови. Напевно, що певні питання у вас, можливо, не тільки ви отримали на них відповіді, але й вони з'явилися нові. Але я все ж таки впевнений, що це, скоріше, такі питання екзистенціального порядку. Оце про того, про що казав Олександр Охмановський, чому ми взагалі так живемо і що нам треба змінити в собі, щоб все ж таки жити краще. Дякуємо, що були з нами. Зустрінемося за тиждень. На все добре, до побачення.